Сегодня 18 число, воскресенье, 4 делает зарядку. Доброе утро, Василий. Доброе утро, Сергей. Весело тебе, да? Скажи, сегодня вот день, чем он отличается от других? Воскресный день очень праздничный и веселый. Какой сегодня праздник? Воскресенье. Воскресенье. Непростое воскресенье. Сегодня прощенное воскресенье. Сегодня будет чин прощения. Принято просить друг у друга прощения. Ну а чем необычный-то сегодня день? Вот обычно утром встаем тихо, а сегодня собаки выли. Почему? Ну, тоже чувствуют. Что они чувствуют? Воскресный день они чувствуют? Ураган. Ну, божественное, как бы. Ну, а почему в другие воскресенья они не выли? И почему в другие воскресенья ты зарядку не делал? Не знаю. А ты не подумал, что ураган выл от того, что ты вот перед его глазами вот так вот дразнил его? А, Василий, ну я с кем разговариваю? Ну, наверное. Наверное. А я тебе сказал, говорю, иди в зале делай. Ты слышал это? Ну, просто там я на постели делал. В 6 утра собака воет, я тебе говорю, перестань, иди делай, а ты продолжал делать. Зачем? Ну, на постели делал. Вот. Ну, ты понимаешь, что в 6 утра некоторые соседи еще спят, и им неприятно, что собака воет от твоих деяний. Ну, ясно дело. Ясно дело. Почему? Ну, я его успокаивал его. Ну, а он успокаивался. Ну, как ты успокаивал? Ты успокаивал тем, что ты его дразнил. И еще и кричал при этом. Конечно, он будет гавкать. Больше так не делай, Василий. Ладно. Это называется эгоизм. Фу! Ладно. Принято. Принято. Все, с Богом.